Радио России, Вести ФМ и Радио Маяк в ФМ-диапазоне. Уже осенью эти три популярные радиоканала ВГТРК будут слышать все жители республики. Сегодня в региональном филиале РТПЦ нам рассказали об особенностях радиовещания ГТРК Карачаево-Черкесия. Подробности у Али Баташева. Рост заболеваемости гриппом наблюдается каждый год примерно в одно и то же время. Как только в ноябре наступают холода, число больных в медучреждениях республики начинает постепенно расти. Главные новости республики Радио России ГТРК Карачаево-Черкесия можно услышать в FM-диапазоне. Каждый день корреспонденты нашей телерадиокомпании работают над выпусками радионовостей на 5 основных языках народов республики. Сейчас подавляющее большинство радиослушателей республики могут уверенно принимать сигнал, транслируемый с радиотелевизионного передающего центра. У нас в этом году первым этапом переведено уже 13 объектов по Карачаево-Черкесской республике, где уже идет радиовещание в FM-диапазоне. Значит, в планах осенью этого же года в Черкесске запустить вещание двух радиоканалов ВГТРК, это «Маяк» и «Вести ФМ». Тоже в FM-диапазоне уже смонтировано передающее оборудование. Осенью радиоканалы ГТРК Карачаево-Черкесия, Радио России, а также «Маяк» и «Вести ФМ» услышат не только жители Черкесска, но и радиослушатели 15 населенных пунктов республики, включая Архыз, Дамбай, Карачаевск, Хабес, Учкулан, Учкикен. Каналы входят в федеральный мультиплекс, поэтому никакой абонентной платы не предусмотрено. Новые радиовещательные передатчики уже протестированы сотрудниками учреждения и готовы к установке. Остается оформить необходимую документацию. Как только все эти дела завершатся, мы тут же включим передатчики. Дата пока не определена? Осень этого года. Это все, к сожалению, уже не от нас зависит. Как документы будут оформлены, мы тут же их включим. Самое высокое архитектурное сооружение республики – это 150-метровая телебашня «Черкесска». Именно отсюда проходит вещание мультиплекса, 20 общедоступных телеканалов, а осенью будут транслироваться радиоканалы «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк» для жителей и гостей республики. Али Баташев, Али Бастанов, «Вести Карачаево-Черкесия».